Более. Нет, нет, не ломай мои механизмы. Иди на базу свою. Знаешь, у меня минус уши были. Да? Ай! Ай, ай, он меня хочет затоптать. О, заработало! Говорит. Бегает, бегает, смотри, он бегает. Так. В розовую и желтую не надо. Всем привет! Сегодня будет новая рубрика «Битва строителей». Суть этой рубрики в том, что мои подписчики будут строить постройку на определенную тему и за определенное время. Сегодня будет 4 участника, которые будут строить робота за 2 часа. На робота, который вам понравится больше всего, я сделаю туториал. Напишите в комментариях под этим видео, какой робот вам больше всего понравился, и напишите почему. А если вы смотрите это видео из будущего, то, наверное, туториал уже вышел. Сейчас давайте я вам быстренько покажу, какие роботы у них получились. Ну а потом вы сможете понаблюдать за интересным процессом их строительства. Да, сегодня я очень много говорю. Ладно, не буду больше тянуть, начинаем смотреть их роботов. Ну все, мы начинаем смотреть всех роботов. С Кима начнем. Ну, давай. При ударе... Я с другом, он чудище построил. Я как ударил, он аж на край карты улетел. Еще у него есть огнеметы, но только в не... их еще я не доделал. Еще поставил щиты, если противник атакует дальним. Ну и в принципе все. А, ну да, это на синие кнопки, чтобы... Ну там. Ну вот так они сгибаются. Ну, тогда смотрим следующего робота. Так, Кримсон уже сюда прилетел. И вот радужный робот Кримсон. Ну, давай, садись, покажи, как он работает. Так, у него крутится барабан. А как он ходит, покажи. Ой, это режим кувыркания. А еще что он умеет? О, он умеет просто прыгать. А, пушка тоже есть. Так, ну давайте дальше. Я пойду сейчас к Сондору. А что твой робот умеет? Попробуй походить вперед. О, так он прикольно ходит. Даже может любого человека догнать. О, еще есть супер прыжок. Кажется, куда-то. А, вон там. Давай уже сюда возвращайся. У тебя там есть наверху пушка, что она умеет? Я идет и там делал механизмы для нее. Она умеет вращаться. Подниматься, опускаться. А еще ты там поршни ставил. А. Может выдвигаться вперед и задвигаться назад. Прикольно. А, давайте дальше. Сейчас мы будем смотреть робота Амогуса. Так, тут есть место для друзей. Открывается шлюз. Да, можно запрыгнуть к друзьям. Тут есть стульчик. А, это место для друзей. Да. Сажусь. Также этот шлюз может закрыться. Дальше. Да. Мне стульчик нужен. Вон у тебя сверху есть стульчик. Я готов. Ты можешь руку задвинуть, или она там стоит? Могу. Ну так, проблема с пистолетом будет. Да. Я планировал нож сделать, мы застряли. Еще этот робот Амогус умеет ходить. На этом его функции заканчиваются, поэтому мы приступаем к самому интересному. Так, смотрите, это домик Кримсона, если что. Красивый. Вот с ним вы сегодня будете соревноваться. Сегодня вы будете строить постройку за 1 час. Ладно, мы что, по разным командам или как? По разным командам. Сегодня будете постройку строить за 1 час и... Вы будете строить робота. Хорошо. Какого вы хотите, с механизмами, сейчас расходитесь по командам. Но лучше по ближайшим, в розовую и желтую не надо. Ближайшие 4 команды. И Кримсон можешь свой домик убрать. А, в розовую. Все, я теперь синий. Так, сейчас я поставлю фейерверк, и когда я из него выстрелю, тогда вы начнете строить. Давай, Роблок, как и договаривались. Ай, что так громко тебя слышно? Знаешь, у меня минус уши были. Да? Ай! Потише себя сделай. Давай, Роблокс, как и договаривались, мешаем. Аккуратнее. Итак, 3, 2, 1, поехали. Ну, думаю, вы можете начинать. Так, начинайте строить, я себе возьму побольше розовых конфеток и иду прямо к вам. Так, вот таймер идет, Арти. Тут Арти, он что-то уже строит. Робота. Ну, как получается? Классно. А теперь мы сделаем супер мув. Понятно, это у нас у Арти. Я пойду к Кримсону посмотрю. Ну, наверное, у вас тоже есть шансы, но Кримсон уже начинает строить механизмы. И у него же получается что-то очень классное. Так, дальше я иду в синюю команду. Здесь у нас Амогус.
Чё, микрофон выключил? Ну, а чё, нельзя? Можно. Он тоже строит робота, но только я что-то не понимаю, какого. Так, и сейчас мы идем к Сондеру. Он тоже начинает что-то четвероногое строить. Ну, у Кримсона двухногое было. Но мы еще посмотрим, как Кримсон и Сондер будут делать декор, но они пока делают механизмы и оба из сервоприводов. Но пока что у Кримсона и Сондера появляются какие-то механизмы. О, там еще один бонусный участник что-то делает. Вроде конфетки съел. А может мне телепорты поставить ко всем командам сейчас? Все, я установил ко всем командам порталы, и теперь могу к вам телепортироваться и смотреть. Так, кому же мне первому пойти? Ну, давайте. Так, пойду в зеленый портал, он у меня тут второй. А, это Кримсон. О, у Кримсона тут что-то в небе. Кримсон, вообще, это, ты себе слот для сохранения у всех есть, чтобы сохранить постройку? Ой, да, я забыл. Нету? Нет. Ну, Кримсон. У меня, слава богу, есть. Он берет и строит даже под поворотом. Я забыл сказать, надо слот подготовить. Это что там такое? Посмотреть, что у других можно? Подсматривать у других, ну, можно. Ну, смотрите, это ваше время будет уходить. Целый час. Целый час, уже 10 минут прошло. Ой, робот Амогус, да? Который немного криво стоит. Нормально все. Ауч. Это что за коробочка, а внутри штучки? А, слушай, здесь робот Амогус какой-то с механизмами пока что непонятными. Пойдем к Сондеру. Сондер уже декор начал строить. О, у него четвероногий робот. И он использует это новое дерево. Кримсон развалил все механизмы, он уже не знает, что делать. Так, ладно, я пойду ко всем. Только у меня, когда я вышел, у меня порталы этот удалились. Где Арти, я не знаю, куда ты ушел, что ли? Вот сюда, я внутрь зайди. Так, ну я не вижу, чтобы у тебя тут что-то изменилось, так? А, нет, ты что-то внутри строишь. Как... Ты, кажется, руку строишь, чтобы у Амогуса выдвигалась. Ну ладно, потом посмотрим. Что там в красной команде у Сондера? Давно к нему не заходил. Так, что тут у Сондера? Сондер немножко переставил свои сервоприводы. Так, ну больше я не заметил изменений. Теперь нужно тестировать постройку. О, подожди, я сейчас приду. У меня нога почему-то отвалилась. А, заново надо загрузить. Кримсон, тут большие проблемы, потому что он не приготовил слот. А у меня ровно конфетка закончилась здесь. На этой строительной площадке. Так, ну сейчас я иду к Амогусу. О, у тебя тут нога какая-то очень крутая. А зачем так много колес поставил? Ой, у кого-то там лицо Амогуса упало, шапка тоже. Амогуса лицо отвалилось, как так? Что-то такого не планировалось. Это не нога. Он что ли танк-трансформер строит или что, я не знаю. Смотрим, что там 4-летний строитель построил. Ууу, здесь супер-пупер робот с много пушек. Если ПВП будет, то он точно вас выиграет. Ой, ну чё, почему? Опять лицо отвалилось, но мы это сейчас починим. Это нужно блок задвинуть туда, внутрь. Опять нога отвалилась, как так? Почему нога отвалилась? Не, ну посмотри, ты, наверное, там сервопривод не привязал, ну не связал блоками. Могу его связать. Вот там тоже эксперименты проводятся. Так, я сейчас иду к Сондеру. Посмотрим, что здесь. О. Сондер уже построил механизмы и начал делать декор. Только я не видел, как это работает. Так, я лечу сначала к Сондеру. А! У меня где крестик камеры? Там таймер стоит. А! Куда я лечу? Одна я спрашиваю. Пью. Ой, Сондер, что ты сделал со своим роботом? Ой, извини, мешаю немножко, сейчас отъеду. Так, а как мне отсоединить камеру? Я только могу две удалить. Это я не просчитал. Как только мог сделать шаг, его разворачивает. А-а-а!
Зачем ты ко мне пришел? А! Меня Амогус украл! Сколько еще времени? Амогус даже не падает. Он не может упасть. Он не может упасть реально. Тут камеру, думаю, не надо оставлять. Может, тут останусь я. Так, нажимаем на гейпад 1, и тут у нас... О! Робот Сондера. Только он пока что умеет только танцевать. Так. У Кримсона тут тоже робот, который тоже ходит. Дальше. Здесь пришел робот Амогус зачем-то, и они друг другу мешают. Он всем мешает. Ладно, ладно, ладно. Четвертая камера тут пусто, потому что робот Амогус отправился в далекое путешествие. У Сондера что-то не то получается. Нет. Час 18 минут, ой, как-то он у него ходит. Ну, хотя прикольно. Но это максимум. Если вы успеете построить, то ладно. Сондер решил сделать боевого робота. Он начал строить пушку. Ну, конечно, мне очень жалко, что ты сохранить не можешь свое произведение искусства. Ну, все-таки можно как-то сделать, чтобы Кримсон мог сохранить? Давай. Прозрачность на 0% у всего поставь. А, нет, у нее нет коллизии. Нету. Нету. Ни у чего здесь нету коллизии. А у колес есть? У колес? У колес, да, есть. А у этих розовых блоков тоже выключи-то? Я, да, я выключил. Нет, вот, смотри. А, ну это сейчас. Я тогда... А у этого? Всех, все. А у этого? Окей. И у этой штуки я тоже коллизию отключил. Теперь отключи фиксацию всего этого. Ну, да, только сохрани. Так, я беру джетпак, иду наверх. У тебя такой крутой джетпак. Ты удалил, что ли, платформу сейчас? Нет, она под карту провалилась. А. Можно мне управление? Садись. Я пошел на пассажирское. А как на нем ехать? А как анимацию включать? Е. ЕКЮ. У одного из сервопривода включи обратный поворот. Сервопривод... Ну, поворот, всё. Ну, почему он так дрыгается, мне интересно? Может, потому что ты ноги из металла строил? Подожди, а если вот так? А у тебя есть такой блок, называется пластик? Есть. А ты можешь эти ноги из пластика построить? Мне его всего 129. А можешь вот так их просто, вот эти ноги, покрыть пластиком, а потом удалить внутри титановую часть? Вот так сделай. Ну, чтобы внутри пустое было из пластика, если у тебя его мало. Сейчас я пойду и посмотрю, у кого там что выходит. Идем на проверку. Первое, Амогус робот. Обшивается пластиком. Второе, Кримсон. Строится микроблоковый декор. Обычно Кримсон строит блоковый декор, это очень красиво. Но на этот раз Кримсон решил что-то немножко полегче сделать. Ну ладно, я, кажется, понял. Пушка будет выдвигаться, и когда стреляет вот так, что ли, отталкиваться назад, что ли? Если это будет, то это будет очень красиво. Мне бы интересно посмотреть, как робот Сондра работает. И робот Кримсона. У кого на сколько процентов готово, напишите. Или скажите. 90. Так, у тебя на 90. Амогус готов на 90%. А вот этот танкомашина, что это такое в синей команде? На сколько процентов? 75%. У Кримсона робот на сколько процентов готов? В роботе напиши. 70%. У Сондера робот на сколько процентов готов? 60%. Ну да. Робот Сондера это минимально это 60%. Все остальное почти готово. Ну в чат посмотри, ты. Кто ты? Я ух. Ну ух! 59,9%? Это самая незаконченная постройка. Не 9, а ну да, 9. Ладно, давай, заканчивай побыстрее. Да. У него не на робота больше похоже, а на какую-то машинку. Вот тебе. Вы не шарите, кто это? Мы шарим, это машинка. Во-первых, это не просто машинка. Во-вторых, это не машинка. Это машинка с лавой. Это машинка с пушкой. Это не лава. Ой, блин, вот это у Сондера пушек. Всем нам конец будет. Ух, что происходит? Что? Амогус упал. И все равно он...
Импостер его разрезал. Ну, о, забери свою камеру. Да не заберу я свою камеру. Просто надо камера воду... Камера тут ни при чем. Воду просто включи, и тогда все узнаешь, правда или нет. Надо было заново загрузить. Ой, там одна постройка уехала. Огромная палка брата уха. Решай проблему, у вас осталось 39 минут. Что-то здесь нечисто. О, робот Кримсона идет просто очень красиво. Кримсон, ну сохрани его, как я тебе сказал, пожалуйста. Ну так прикольно ходит, ну пожалуйста. Позор сохрани. А что позорного? Так. Ладно, решай свою проблему. О, заработало! Я же говорил, делай как вот, тебе смотри, бегает, ух говорит. Бегает, бегает, смотри, он бегает. Спасибо. Как я посмотрю, у меня камера ограничивается. А оно не по... а он только не поворачивает. Это единственный минус. Потому что нужно впереди передние ставить, а сзади задние. А я так и сделал. Нет, у тебя там везде передние. А, у меня там передние? Могу заново. О, почему-то Сондер... Почему-то Сондер все перекрашивает в оранжевый цвет. У Кримсона вообще обалдеть, как круто. Он в радужный цвет начал все красить. Здесь у нас серый робот. Здесь у нас радужный робот. Здесь у нас Амогус робот. Здесь у нас... Я уже везде был. Мои камеры следят за всем, что находится. Смотри, Амогус работает. Авто... Две, а стой. Опять не работает. Дай я сяду к тебе. Сервопривод перепривяжи, как я тебе говорил уже. Да. Почему опять не двигается нога? Может, ее не привязал? А, масло убери. Во. Обратный поворот включи. А, все. И вот этот механизм надо невидимым сзади сделать. Во, смотри. Амогус работает! Ладно, я тебя поздравляю, ты закончил свою постройку. Сейчас ее заново загрузи, и все настрой, как только что настраивал. А я сейчас возьму лук и сделаю бак с луком, чтобы мог летать хорошо. Дрим, привет. Дрим, отойди. А Дрим слышит? Я сейчас слышу. О, привет. Я с Дримом еще не разговаривал. Но это не настоящий Дрим, у которого 26 миллионов подписчиков. Ну это понятно. Да. Ну потому что он англичанин. У Кримсона тут радужный робот, который стреляет огнем. Ну, вообще не стрельба. Что-то крутится, крутится. О, и ходит тоже обалденно. Ай, ай, он меня хочет затоптать. Так, ладно, я полетел дальше. Ой. Иду к синим. А здесь у нас строится какой-то... А, это типа колеса и будет робот? Ты знаешь, у тебя полчаса осталось. Кримсон! Кримсон, что ты сделал? Он идет меня убивать! Ты знаешь, Кримсон постройку не сохранил, так что не смей ему вредить, пожалуйста. Я не вряжу, все. Он своего робота так и сохранять не хочет. Сондер, можешь мне вернись. Сондер, дай мне розовую конфетку, пожалуйста, у меня кончилось. Спасибо. Я ее съесть не могу. Так, теперь я пошел заниматься рукой с пистолетом вылаживающей. Амогус, очень поторопись. Очень. Декор перестань строить. Очень торопись. У тебя мало времени. Тебе бы хотя бы... Я говорю, я не успею. Успеешь, если захочешь. Если будешь думать, что не успеешь, то ты не успеешь. Если захочешь, то ты успеешь. Так, у робота Сондера крутится все это. У него есть пушка, встретника меня. Прикольно, функциональный. Еще он умеет ходить. Дрим. А, Кримсон, ты что там делаешь со своим роботом? Кримсон, вот за что ты меня стреляешь? Робот, который упал, встать уже не может. А вот и робот Сондера, который умеет очень круто прыгать. Прыгательный робот. Робот Кримсона, у которого крутится барабан, и он умеет прыгать, как прыгунчик. Кримсон, ты говоришь, у тебя все занято. Твой городок... Там полно места, там можно даже 100 роботов разместить, или наверху. Например, твой экскаватор, там тоже много места. Ну, Кримсон, я от тебя не отстану, пока не сохранишь твоего робота. Кримсон, ну, пожалуйста. Храни его вот с экскаватором или с домиком своим, ну, пожалуйста.
Или с машинками. Там много места. У нас появился еще один участник, который строил своего робота около часа. Видеть своего робота. Ким. Ой, блин, такой жесткий робот. А можешь мне показать, как он работает? А ты вообще можешь включить микрофон, чтобы тебя слышно было? Да, конечно. Так, ну тогда давай посмотрим, что за робот, как он работает. И это ты построил за полчаса, а он реально работает или просто? За час. И немножко там, час и с чем-то времени. Привет, я тут. Сколько времени осталось? 12 минут. Я думаю, я попытаюсь, но сомневаюсь, что руку сумею сделать. Ну давай, сумей. Там один человек еще там зашел. Так, я давай. Покажи, что он умеет. Прикольно. У него там что-то сгибается, разгибается. А еще чего у него есть? Можно я на кресло сяду и посмотрю? Так, первое, что он умеет. Конечно, кувыркаться. Как же без этого? Ой. Дыщ. Так, у него есть сзади кнопки. Магнитные поля, окей. Эта кнопка у нас регулирует понятие этой ноги. Красная кнопка, я не знаю, что делает. Также вот здесь делается все. Q, чтобы вращаться на месте. E тоже. А как перемещаться на нем? А то... Я еще это самое. Ну, я к нему моторы переделал на кнопку английскую Y. Типа надо вправо-влево нажимать, чтобы он ходил нормально. И у вас осталось 9 минут на строительство. Я бы хотел бы зайти в синюю команду, чтобы узнать, как там дела с постройкой, которая только строится. Да, она должна получиться самой крутой. Успеешь ты, успеешь. Давай, вот такое тело оставь. Типа Амугус. Ну настрой просто и все, ну сделай что-то. Хватит декорировать все. У тебя осталось 8 минут. Ну, надеюсь, ты все успеешь. А, Кримсон помогает Сондеру сесть в этот аппарат и посмотреть. Ладно, вы решили друг друга обменяться и поуправляться. Хотели посмотреть. Какие у тебя ощущения, когда ты остался один, кто строит, и у тебя осталось 5 минут на постройку? Мы в тебя верим. Остается 5 минут 20 секунд, и одна постройка незаконченная. Ну и, короче, мы в него верим. Да ведь? Мы же в него верим. Верим, да-да-да. Конечно, верим. Хорошо. Так держать. Верим в него. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1! Запускаю салют! Запускаю салют. Ну все, мы начинаем смотреть всех роботов. Давайте начнем с того, который просто зашел к нам. С Кима начнем. Желтой команды. Ну, давай. При ударе я с другом, он чудище построил. Я как ударил, он аж на край карты улетел. Еще у него есть огнеметы, но только в их еще я не доделал. Еще поставил щиты, если противник атакует дальним огнестрельным оружием, например, или дальним, щит защищает. Ну и в принципе все. Дальше он может еще летать и все. Щиты включи. Ну вообще я из фильма «Тихоокеанский рубеж» делаю. А он умеет руками двигать или ногами? Ну, ходить да, он умеет. Только криво немного. Ну, за один час, может чуть больше. А... Немножко больше, там буквально 10-20 минут еще. Ну, мы тоже 2 часа строили. А еще этот, он руками, там было в управлении, мог что-то двигать. Ну, руки там, я помню, сгибались у тебя. А, ну да, это на синие кнопки, чтобы... Ну там. Ну вот так они сгибаются. Только я его еще больше хочу сделать в дальнейшем. В раза 3-2. Но еще больше функций добавить и ходьбу нормальную доделать. Так, ну тогда смотрим следующего робота. Так, Кримсон уже сюда прилетел. И вот радужный робот Кримсон. Ну давай садись, покажи, как он работает.
Да, запрыгнуть не можешь. Можешь конфетку съешь. Так, у него крутится барабан. А как он ходит? Покажи. Ты очень долго этот механизм делал. Ну, ходит прям как робот. Собачка такой есть. Ой, это режим кувыркания. А еще что он умеет? О, он умеет просто прыгать. Летать тоже. Куда далеко ты улетел? А может из пушки стрелять? Это, наверное, военный робот-человек. А, пушка тоже есть? Немножко непроработанная. Ой. Можно я на нем покатаюсь? А, сейчас. А куда нажимать? А, EQ. А, чтобы вперед перемещать. А, он сразу. А, нет. Forward S. А как на нем прыгать? Ну, прыгать я научился. Так, пум. Можно то же самое делать назад. Мне ваши роботы очень понравились, мы обязательно на них туториал снимем. Так, они умеют еще он так бегать, можно сразу включить режим кувыркания вперед или назад. Если ноги согнуть. А ходить просто, да, вот так. Сейчас. Пушкой можно стрелять на F, ой, на F ракета все-таки. А, нужно все-таки просто выделять пушку, наверное. Барабан активируется с помощью этой кнопки, и пушка тоже. Ну, в этом роботе больше ничего нету. Очень прикольный. Так, ну давайте дальше. Я пойду сейчас к Сондору. Сондор у нас какой в команде? В красной. А что твой робот умеет? Попробуй походить вперед. О, так он прикольно ходит. Даже может любого человека догнать. А разворачиваться может? Разворачиваться тоже может. О, еще есть супер прыжок. Ты, кажется, куда-то... А, вон там. Давай уже сюда возвращайся. У тебя там есть наверху пушка. Что она умеет? Я идет, ты там делал механизмы для нее. Она умеет вращаться. Подниматься, опускаться. А еще ты там поршни ставил. Или ты их удалил? А, может выдвигаться вперед и задвигаться назад. Опускаться. А стреляет как? О, сколько магнитов. Попробуй вот этого ИС-3. А нет, или это ИС-7. Его попробуй магнитом. Маленький робот, пушку разверни. Лучше заново загрузить, у тебя какой-то баг произошел. Но магнитов было много, сейчас посмотрим, что будет. Маленький незаметный робот. Так, ну давай попробуй. ИС-7 стоит, даже не подозреваешься, к нему пошел, подошел маленький робот. Робот вытягивает свою пушку. Танк очень тяжелый, или он у него фиксацию, наверное, включил. Ты у него фиксацию Ким не включал? Танк слишком большой, поэтому робот ничего сделать не может. А вот Дриму... Не, у тебя магниты, видишь, не опускаются. Ой. Произошло. А давай я попробую поуправлять роботом, а потом пойдем дальше. Ой. А это кажется у меня и что-то. Даже конфетку есть не могу. Больше не на лесу, похоже на жирафа. Жираф Кримсон. Так, можно я роботом поуправляю? Освободите место, пожалуйста. Включи стрим. Ну, Сондер. Пожалуйста. Так, я залез. Он очень классно ходит. Ой. Только тут Дрима постройка мешает. Дрим, можешь отойти? Он ходит очень довольно быстро и прикольно. Также у него есть подъем и опускание пушки, вращение пушкой. Поршни на R, I. Прикольно. Дальше. Активация. V. С магнитами у нас. Что-то не так. Так, дальше есть C. И клавиша E. Так, бегать умеет. Сейчас. Я попробую опустить все это. Не, вот тут какой-то баг просто с магнитом, поэтому не работает. Так, еще этот робот умеет прыгать. Фу, прикольно. Но вот этот магнит, который прыжки делает, он работает. А магниты, которые здесь, забагались. Сондер, можешь удалить магниты? Я свой поставил. А, нет. А, давайте дальше. Сейчас мы будем смотреть робота Амогуса.
Арти, а что ты пропал? Я тут. Ну, я сейчас к тебе иду. Ой, ты в какой команде был? Ну, давай тут загрузи его. Ой. Так. Так, тут есть место для друзей. Открывается шлюз. Да, можно запрыгнуть к друзьям. Тут есть стульчик. А, это место для друзей. Да. Сажусь. Также этот шлюз может закрыться. Дальше. Да. Мне стульчик нужен. Вон у тебя сверху есть стульчик. Я готов. Ты можешь руку задвинуть, или она там стоит? Могу. Ну такая проблема с пистолетом будет. Да. Я планировал нож сделать. Мы застряли. Просто вот эта машина мешает. Мы застряли. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ба-б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 а